Мне нужна слава, мне нужна медийность, мне нужно работать, я хочу это все. Все всегда упирается в работу и во вкалывание. То есть талант нужен, удача нужна, но они никогда не являются гарантией. Начинать делать, делать, делать и делать. Кто-то очень много работает, но не добивается ничего. Кто-то вообще не работает, у него все валится и валится. Ну, конечно, без случая и без удачи тут не обойдется. Мой успех зависит только от меня. Если я там сложу руки и буду сидеть, просто плевать там в потолок, ничего не делать, конечно же, ко мне ничего не придет. Надо просто любить свою профессию, хорошо работать, неплохо питаться и достаточно спать. Мой личный совет – вкладываться в прическу и в обувь. А потом помадка, а потом тушка, одежка, маникюрчик. И вот уже другая совершенно реальность. Вы понимаете, что человек должен выражать себя. Я вот пришел сюда, я ничего не учил. Я сам себя выражаю. Мне никакие роли не нужны. И драматурги. Наглая харизма, она всегда вылезала. Вот всегда. Надо стараться быть самим собой. Не бояться переспрашивать. Не бояться показать, что ты не знаешь, что ты глупый. Что ты не понимаешь с первого раза. Вот я, например, ничего с первого раза не понимаю. Просто надо мыслить, надо думать, надо брать ответственность за свои шаги, надо книжки читать хорошие. Ты просто должен каждый день делать прикольные поступки, учить людей чему-то прикольному, хорошему, постить на Фейсбуке, этого достаточно. И тогда успех придет. И, разумеется, верить в свою звезду.